рэпер с корешем зализывали раны. У Курта обнаружилась серьезная проблема. Случился рецидив у редуцированной травмы. И дружба с веществами превращается в систему. Курт бонуса заводит гуру рэпа под крыло. Чтоб паренька в звезду продюсер превратил бы ловко. Но сам же и устраивает пацанам облом. Свалившись с саной подворотни с передозировкой. Удобных средств спастись от этой дряни в мире нет. Поможет только старый володаровский рецепт. Но не услышит он от Сони за труды спасибо. Тут или тормоз, или сволочь, выбор либо-либо. Делаем звук, как ризы из кланов. Как искусно плетет паутина паук. Пару тысяч понятых рук, что ценятся битмейкера и MC упорный труд. Для тебя важен хайп-труп. Давай спросим, что важно для настоящих рэп-клуб. В стране, где врут, где ты можешь своими глазами, братан, увидеть свой собственный суд. А ты на джипах тут, а ты чё? Встретиться с ней face to face, убедиться, что склонность ко мне не перевесил кейс. Ведь тут меняют остатки души на халявный 3G. Лучше на пару давай убежим, врубив авиарежим. Но с нашим аэропортом что-то не то. Она спешит на регистрацию расписаться, а я порхаю с микро и пролетая мимо сквозь окно, узрев обоих разбить витрину ревниво, развеяв интригу с головой, окунуться в трипы. Время кормежки демонов, утоление голода, точнее жажды глоток крепкого, а следом кола. Не суть, кто ль врач или купидон, я с детства не любил уколы. Да и вообще, люблю ли я кого-то, вопрос спор. Нас поделили, но не уравняли. Все просчитали быстро и тебя отняли. А значит, буду, как и был я, сам себе хозяин. В том самом месте, которое манит вывесками и огнями. Как за зомбированным куда-то идти, я зигзагзирую, ловлю такси, но все мимо. Они не внемлют никому, кроме Третьего Рима. И меня в спину провожают лишь лениво поливальные машины. А я так устал, что упал бы в горизонтально-меланхоличный лифт. Но не доставляет бесплатно, надо платить за эксклюзив. Зато создав иллюзию фейс-контролю, ворваться в клуб, релакс, стейки, ризи. Да так отуси, чтобы намеренно попасть в их черный список. На глазах девиц, что из себя ничего не представляют. Но представляют свой раскованный бег, свадебном платье по пляжу за принцем. При этом 17 выглядит на 23,5. Нет, вы не поняли, в 17.00 выглядит на 23.30. У них все глупо и быстро, как шутки за 300. А мне бы искренне чисто, чтоб за мной как жена декабриста. От ночи флешбеки, как стробоскоп, но уже пустой танцпол. Вокруг тишина, а в голове рычит чей-то гроб. Сам себе хозяин, в том
самом месте, которое манит вывесками и огнями. Слушай, Лень, я что подумал насчет папы? Ты, наверное, о нем тоже думаешь. Просто рано или поздно он должен уйти. Ну, туда. На повышение. Да, и ты, наверное, думаешь занять его большое кожаное кресло. Молчишь? Молчи он. Ты же обо мне не забудешь? Ну, ты будешь мне выделять маленький презент в конвертике? Маленький гифт, а? Молчишь? Ну, просто я думал, ну, как бы, это же не отразится на твоей маленькой компании. Курт, ну, конечно, нет. Буду выделять. Тем более, это же не будет очень долго. Да-да-да-да-да-да-да. Чуть-чуть. Друзья, все подтягиваемся сюда, у меня есть важная новость. Все. Вы знаете, до сегодняшнего дня я думал, что самые депрессивные вечеринки года – это Хэллоуин и День Святого Валентина. Но да, но это не так. Я ошибался, мне чего-то не хватало, чего-то жесткого, смертного, кровеносного, Леня. И мы с вами присутствуем на этой вечеринке. Итак, сегодня у нас помолвка Сони и Лёни! Поздравляем молодоженов! Кстати, вот мои друзья! Гашек, бонус, это водитель мой! Это друг водителя! Перестань. Ну что, я, короче, это поздравляю! Желаю. Слушай, ты бы на самом деле, ну, насчет бонуса, ну, как бы, да. Не знаю, как... Ну что, ну... Подошла бы, извинилась. Спасибо. Ну, он спас мою жизнь. Очень ну что, ну... На время. Ну, на время. Согласен, на время, но это не умаляет его заслуг. Кстати, ты знаешь, что он уезжает? Когда? Завтра утром. Друзья, это наш новый герой! Супергерой! Бэтмен, давай! Спасай нас! Наш герой! Слышь, братан, зацени, да? Сколько клевых телок. Как бухла. Ну, я вот думаю, может, не буду, наверное, да? Ну, конечно, ты не будешь. Ты же этот, железобетонный. Ну, у меня аж сила воли-то. Алмаз просто. Кремень. Титан. Вольфрам. Ладно, короче, Куртян. О, да. Все, познакомься. Спасибо. Кстати, у меня есть, пойдем. Друзья, Гашек, садись. Если кому-то нужен водитель, он доведет вас в любую точку. Да. Ну, кстати, он хороший в души человек, друзья. Знакомьтесь, целуйте, обнимайте, веселитесь, Гашек. Поздравляю тебя. Спасибо. Соня. Спасибо, Ленчик. Не поцелуйся, я думал, тебя поцелуешь. Куртян! Бонус! А ты чего грустишь-то? Кстати, спасибо тебе, что ты выручил меня, спас.
Соня 2. Почему Соня 2? Ну, типа сиквел. Ну, как Терминатор, знаешь, Терминатор 1, Терминатор 2, Брат, Брат 2. Также у нас Соня, Соня 2. Куртик, привет. Привет, привет. Я за бухлом. Типичный рэпер. Привет. Привет. Сексуальность. Что это? Ты можешь дать четкое определение? У меня красивая форма губ. Да, у нее тоже красивая форма губ, но я себе ничем не закачиваю. Я считаю, что мне Бог дал все, что считал нужно мне дать. Ну что ты там делаешь, блин? Давай, нормально крути, нормально будет. Я попал! Я попал! Давай, давай, крути! Вот это, что делать? Ты мне сразу понравился. Ты какой-то другой. Я увидела тебя. Привет. Здорово. Здорово. Прикольно. Че прикольно? Все прикольно. Ты прикольный. Никас, уважай права натуралов. Мальчик есть в теле. Да, пожалуйста. Мы тоже люди. Парень твой, что? Нет, это не мой парень. Мог быть твоим. Ты же рэпер? Прикольно. Прикольно быть рэпером. Йоу, йоу. What's up, dude? Так? Ну, типа того, да. А я Соня. Соня 2. Да, Соня 2. Меня так прозвали, потому что Соня появилась первой в этой тусовке, а я появилась после. Поэтому меня называют Соня 2. Но мне это не нравится. Я это не скрываю. Ну, мы с ней реально похожи. Чем мне теперь сестрица? Ты не хочешь со мной по остальному дому прогуляться? Экзистенциальный вакуум, их диагноз актуальный. Странные ценности, непропорциональные скелеты в шкафах спальни. В их мире любовь не чувствуют, ее печатают водяными знаками. Купаясь в лакшери, твою зарплату сливая на завтрак. Тут миллиарды и контракты скрывают от вспышек фотоаппаратов факты. И линии коки в антрактах между актами в царской ложе театра. Я рад был бы в голой пустыне быть брошенным ихтиандром. Или инквизитор насильно растянет тело канатом. И лучше уж у врат ада, душа в руках дешевого адвоката. Чем лицезреть этот спектакль? А вы тусуйтесь, ребята. Это не твердое пространство, это просто третий глаз и третье яйцо сразу вываливает. Я буду твоим! Все Давай здесь.
Соня, это Леонид. Слушай, Соня, мне рассказали анекдот про Барака Обаму. Ну, ты же знаешь, как британцы любят пошутить над американцами. Абрам Линкольн видит Барака Обаму. Говори. Ожидал. Правда, красиво. Ничего лишнего, все честно. Вот от чистого сердца горжусь тобой. Открыл тебя для себя с новой стороны. Вот заново открыл. Правда. Вот все без истерики. Все спокойно, все по делу. Вот как надо прям. Вот люблю такие вечеринки, люблю. Вот мне нравится вот это вот все. Правда, вот насчет Лени как-то обеспокоен немножечко. Мне кажется, что он... Он начал думать о насчет своей жизненной этой линии. Ну, life strategy. Мне кажется, он ушел, а не вернется. Вернется. А вдруг не вернется? Да вернется, Грунтик. А вдруг не вернется? Ну ладно, 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 вернется. Все. Давай напьемся. Чего? Напьемся? Ну давай прямо вот нажремся, знаешь, как свиньи, как уроды. Ну так вот, свинья, вот урод перед тобой. Ну, Куртик, ну... Называй меня брат. Брат. Я люблю тебя, сестренка. Чё-то меня, походу, отпустило совсем. Блин, ну, почему все хорошее так быстро заканчивается, а? Ну чё, поплыли? Братан, сколько прожить хочешь? Не знаю, как получится. А я так не хочу, понял? Ты представь, там все эти болячки, внуки, вся байда. Я если почувствую, короче, что старым становлюсь, возьмусь что-нибудь покрепче, вмажусь и уйду красиво, понял? Красиво и уверенно. Давай, Руб. Перед сном отец мне как-то про Камышовую республику рассказывал. Хоть и был малышом, но все запомнил с первого раза. Похоже на фантазию райских садов, шанс ренессанса. Но то, что это не просто сказка, я догадался сразу. Их мир затерян на полпути в царство Морфея. Вне зоны сетей, вдали от глаз и огласки, сплотились идеи очертить зону без оков закона, где все равны и услышаны. Так на столпах тишины камыши сонно стали сплетаться в хижины. Этот остров головоломка картографом без указателей. Лишь тонкая гладь подает водяные знаки внимательным. Подсказки за текстурами под налетом патины. Ментально манят в тумане к разгадке нелегальной тайны. Бредя тропами, бредя смыслами, мыслом в поисках истины в этом вымысле. То место, где добро и зло филигранно на равных, но реальность стреляет в лицо и выводит меня из нирваны.
Кого-то приносит сюда парадокс. В республику, где отсутствие парадоксов и есть парадокс. Их архипелаг словно посольство Неверлендов. Зазеркалье фиолетовый закат окутан тайной камышами. И по морю надежд мой корабль отчалил. Прощай, может вернусь, но обещал хоть раз жизни да навещать ту республику, куда лишь забыв мирское пересекает ее околицу. Я не помню, как зовут меня, но приятно познакомиться. Бредя тропами, бредя смыслами, бункером и злом в поисках истины в этом вымысле. Найти след, где замет паранойям дарят сакральные знания, камышами прорастая в твоем подсознании. Бредя тропами, бредя смыслами, бункером и злом в поисках истины в этом вымысле. Место, где добро и зло филигранно на равных, но реальность стреляет в лицо и выводит меня из нирваны. Слушай, ну нормал так вообще. Ну прям четко. Твою мать, что за говно, братан? Мы тонем! Греби, ёлк-палк! Что ты делаешь-то, а? Твою мать, а? У меня ж доки с собой, блин! Давай! Да. Греби, да давай! Нихера смешного! Ну, блин! Какая-то хреновая затея была, блин! Да. Все идет не так, все катится кубарем. Так очереди форс-мажоров взяться откуда бы? Хаос и мистика невольно наводят на мысль, что им виной провидение и фатализм. Все, что было раньше, останется. Ну что, клево, да, поплавали? Блин, интересно, а крутят меня это? За страховку мокрую штрафовать не будет, а? О, нифига себе, почти высохли. А, господа присяжные, я обещаю впредь не повторять ошибок, сделанных ранее. Я признаю свою вину во всем мною содеянном, так сильно потрепавшим репутацию. Стой, иди к нам! Свидетели, искренне клянусь, я откажусь от матерной брани и богохульств. Буду пахать, как вол, на светлое завтра. И видит Бог, у меня все будет. Не смотри, Санюха. Точняк. Тут надо это... Одеться, наверное, да? За спиной ты отрыв, как синицы низко над землей. Воробьи чистят крылья. Гидрометцентр обещает обильные ливни. Барометры плавно опускаются, столбик ртути. Значит, либо будет дождь, либо его не будет. 50-50, либо единица, либо ноль. Все просто, одно из... Привет, красотка! Может подвести? Так есть сейчас. Это аксиома, и так будет всегда. Скорее всего. Че, Саник, слушай, че, офигенская, да, вечеринка твоя еще вчера была? Блин, я вообще первый раз на такой был. Ты знаешь, у нас, короче, в Владаровке есть дядя Витя. Он, короче, с этой, с автобазы, он как выпьет, короче, тоже на друганов своим, там, своих с топором бросается. Надо тебя как-то с ним это познакомить. Так а мы это сейчас, это, Санюх, мы куда едем там, домой? Или там, в офис там, куда? А ты, оказывается, гад? Большой взрослый кат. Слушай, я тут кофе выпить хотела. Слушай, Санюх, есть, короче, дикое предложение. Ну, просто программа максимум. Короче, покатились с нами в Владаровку? Это же за МКАДом. Ну, чуть-чуть за МКАДом. А что, страну хотя бы видишь? Мне он Куртян два выходных дал. Я вон этого обещнулся домой отвезти. Мы сейчас быстренько до тачки доедем, эту кидаю, бэху беру и полетели. А? Чего? Сейчас позвоню тогда. Ну, позвони, конечно. Алло, Куртик Мело, привет, как ты? Что, болит душа? Слушай, Курт, а правда, что ты водителю выходные дал? Угу. Слушай, а можешь еще машине выходной дать? Ну, какая разница, зачем? Да, все, спасибо тогда, да, целую тебя. Да, слушай, если что, и там папа будет звонить, то, ну, как бы, все нормально, я рядом. Да, все, пока, люблю тебя. Давай. Санюх, походу, если я правильно понял, мы на гелике, да, в Владаровку едем? Офигеть, офигеть! Вот это ты вообще подогрела, а? Слушай, ну как бы, ты прикинь, да, мы сейчас в Владаровку приедем, а там просто все потекут, просто спотеют. Блин, короче, ну, дресс-код тебе, конечно... Не Владаровский, но, как бы, я считаю, все будет клево. Останови справа. Что, прямо здесь? Ну да, где-то вот рядом с троллейбусом. Окай. Нет, ты прикинь, сорвалась на по первому зову. Гелик вымутила. Офигеть, вот это тёлка, вот это я понимаю, вот это реальный потолок. Вот это прям то, что надо, вот это москвичный. Блин, ну это даже как-то несправедливо, что ли.
Ну, блин, только свою мечту такую, блин, встретил. И то, блин, братану, получается, отдай. Ну, конечно, а что делать, если твой друган так на тебя смотрит? Ты слезу сейчас пусти. Ничего, я сейчас, короче, раскручусь, стану продюсером. И покруче твоей, понял, если найду. Но я знаю, сколько телок будет, они за мной таборами будут ходить. Чтоб так ты знал на минуточку. И тут там посмотрим, короче, кто из нас счастлив будет, а кто нет. Ну, а кстати, слышь, а помнишь вчера этих трех длинноногих, с которыми я весь вечер тусил? И вот, и каждая мне, короче, свой номер дала и говорит, звони в любое время, там, пупсик, котик. Одна вообще сказала, что я этот, ну, мега секси, понял? Я мега секси, я московский мега секси. Поехали, секс. А что, слышно, что было? Тебе. Хочешь, я пойду? Ага, чтоб я гелик кому-то доверил. Сейчас. Алло. Курт, где Соня? Я второй день не могу до нее дозвониться. Папа, а ты что, дома не ночевал? Она спит, мы до 5 утра всего Эйзенштейна пересматривали. Давай, пока. Проснулась, да? Доброе утро, Соня. Часов 15 уже катим, а ты все давишь, блин. Мне аж завидно. А что так долго? Слушай, ну я тогда не ближний свет там, типа, у нас. Нормальная машина вообще, да? Да я их знаю, похоже. Вот Бонус! Здорово, Бонус! Нифига себе, какие люди! С приездом, братка! Вообще, да! Воу-воу-воу, гангстеры! Эй! Просто! Вот щит! Ты копал такой тазик! Приехал! Нормуль, да? Как Москва вообще? Нормально, как видите! Много потрудиться. Слушай, Бонус, ну ты красава вообще! Че? Нормально. Здрасте, дайте, пожалуйста, что? Короче, так, чай и два чебурека с картошкой дадите. Ну да ладно, хорош, чё. Дай пять, братское сердце. Так ну, а чё, вы там надолго, не? Так, а сейчас вообще ребята подойдут, чё вы, блядь? Вообще, это как его, мы просто это сейчас там с дороги, типа, я вообще залипаю. Блин, а чё, как старые добрые, может? Да, а то сейчас подойдут, а то ребята. Слушайте, мы с принцессой приехали. Как всегда, ясно. Ну ладно, не прощайтесь. Давайте, пацаны, подкатывайте вечерком, чё, потусим здесь, как обычно. Ну, лады. Ещё набирать, как освободить. Лады, лады, чуваки, давайте. Вообще, души рады видеть. Ну вы реальные гангстеры. Да ты вообще зеркало посмотри. Растете на глазах, пацаны. Тачку увлек. Дай покататься, гаш. Не то что, блин, на бэхе. Вообще ай-яй. Ха, нормуль. Че, Санюш, посидишь? Угу. С родителями моими не пойдешь знакомиться? Джи, слушай, на этом мы сейчас, короче. Ты, если что, закройся, скажешь, что ты с Бонусом. Ладно, хорошо. Держи, брат.
Здорово, бать. Ну, вы даете. Здорово. Здрасте, дядь Гриш. Здорово, красавец. Вы откуда? Из Москвы. Угу. Ну и что там в Москве? Ну так, по делам просто ездили. Ну да, стоит белокаменная. Деловые? Дядь Гриш, а это Санюха. Короче, она москвичка. Поэтому мы, короче, это ненадолго приехали, если можешь, там, поспать с дороги. Угу. Ненадолго. Я вот повыкину ваше ненадолго. Не зачем ездить будет. Повыкину. Ну ладно вам. Чего стоять, как неродные? Заходите. Вот повыкину. Ну, ладно вам. Чего сразу? Повыкину, да не повыкину. О, Серый. Серый спит. Он, по-моему, еще больше стал. Ну, чё ж, кормим на убой. Ну да, вообще не узнает никого, да? Скажи, Серый, узнаю я всех? Да-да. Кстати, а может, есть что пожрать-то? Да есть, у нас все есть. Все есть? У вас ничего нет. В вашей Москве. Ну да. У нас есть и пожрать, и попить. Ну как тебе, Саня, проходите. Лук шеревилочек вашим услугам, да? Трепач, иди. Да ладно. Ну, тут, короче, я вырос. Классно. А это кто? Это батя, не папка с мамкой. У них такие, ну, знаешь, такие гордые лица. Мне кажется, сейчас даже нет таких. Гордые? Ну да. Вокально-инструментальный ансамбль Яла? Ну да, чё? Ты что, слушал это? Ну, мне там это нравится. Три колодца? Вот он, да. Хочешь послушать? Давай. Не знаю, мне в детстве нравилось. Представлял в детстве. Как? Мне казалось, что охотник пургон в тундре на санях с собаками, короче, летит. Самое забавное, что он был в скафандре. Почему в скафандре? Не знаю. Мне так казалось, я же мелкий был. И куда он летит? Куда? Домой. Вот. Че, понравилось? Володаровка! Матушка! Это мы типа так здорово с ней пила. Класс. Слушай, твой отец такой грустный, хмурый, что ли? Вы что, не довольны, что мы приехали? Да нет. Нам просто все хочет, чтобы из меня толк какой-нибудь вышел. Ага. А он из него не выходит и не выходит, все. Потому что он дурак. Ну кто же знал, что у нас земля такая? Слушай, у нас земля такая, мы не дураки, это все она. Если бы не она, мы не были бы дураками. А как отец себе это представляет? Ну, как толк выходит? Ну там человек на работу ходит, женится, наверное, детей рожает, я не знаю. А я люблю детей. А я вот что-то хер знает. Вот не знаю, какая вообще радость моей матушки от меня. Ты прикинь, я пью, курю, дома не ночую. Ну как бы это вообще, какой смысл был мне рожать? Ну она ж не думала, что из тебя такой мудак получится. Слушай, мудак не мудак, а в тот момент, мне кажется, она явно не об этом думала. Тут никто не виноват. Земля такая, братан. А как твоего отца зовут? Григорий Иванович. А ты что, Санек, с ним зарамсить хочешь за клубную московскую жизнь? Я пообщаться с ним хочу. Понятно, тут не прокатит, он мужик простой. Что сразу в ухо? Слушай, я все хотел спросить, а что у тебя с матушкой?
С мамой? Ну да. Слушайте, а есть что выпить? Ну, придем, спросим. Идем? Пойдем. Твою мать, опять говно наступило, блин. Откуда здесь вообще коровы, елки-палки, блин? Коров нет, а говна, блин, как пруд пруди, блин. Здесь красиво вообще. Очень красиво. Слышь, Гашка. Чего? А ты машину переставлял? Нет. Гашек, ну расслабься, Гашек. Дядь Гриш, блин, тачку угнали! Дядь Гриш! Где гелик, твою мать? Гашек, успокойся, ну... Курт таких 4 разбил, ничего страшного. Гашек, это всего лишь машина. Слушай, успокойся. Это что за цирк нахер? Это что, блядь, за цирк на выезде? Не пойму, что за херня? О, боже. Что это? Ты бы видел свое лицо. Дядя Гриш, блин, это что за говно вообще? Вы бы хоть сказали, блин. Они мне говорят, не вытянет, не Урал же. А я говорю, да вроде должен. Да, вытянет. Ну, блин, вы бы хоть предупредили, я чуть не обосрался сейчас. Слушай, хорошая машина. Да? Понравилось? Очень рад. Что, Витя? Что, Витя, съел, вытянул? Фарков фарковом. Ящик с тебя. Жду, жду. Половина ящика мне. Часто у вас такое бывает? Бывает. Вам Соня не звонила? Нет. Позвоните ей. Когда звоните, скажете. Хорошо. Сонь, помидорку? Спасибо. Вань, поухаживай, соль подай. Блин, ну на самом деле не стоило ради нас так много. Да что тут? Угощайтесь. Слушай, Вань, такое дело. В общем, Соня хочет настой твой попробовать. Правда? Сейчас принесу. Так ты это аккуратненько, ладно? Закусывай там лады. О чем? Ну, нам потом вместе ехать обратно. Я чилийскую водку пила, там 50 градусов было. Ну, молодец, прекрасно. Ладно, Соня, не слушайте их. Что, здесь больше, что ли? Ну, как в чилийской практически. Чистый продукт. Натуральный. Да. А ее прям залпом? Угу. Так, хлоп, и все. Ну, будем здоровы. Давай, клещи. Оп. Дай рыбку разбери, дай закусить. Ну, где было? Знаешь, ты прям... Так, знаешь... Рыбку ей разбери. Теплышко, да, сразу стало? Прям больше мучало. Офигеть, ну как вообще? Я прям... Что, еще будешь? Сладенькая такая. Сонь, пойдем я тебе вишню покажу. Пойдем. Пойдем. Ты только закусывай. Поздно цветет. Красиво. Ты это... Ваньку моего давно знаешь? Кого? А, да, давно. Ну, будь здоров, что ли? Будем. Дыши, дыши. Приедешь еще? Конечно, приеду, ну что? Может, останетесь? Дядя Гриш, да мы с удовольствием, но пора ехать. Дела, работа. Работа трудная, работа сложная. Давай, будь здоров. Спасибо вам большое за все. Давай, будь здоров. И вы, это, не хворайте. Ты не засни. Не засну. До свидания. Ой, Соня. Обещала приехать. Да. Пока. Пока. Давай, алкоголица, заезжай, залезай. Я не пьяная. Конечно, кто спорит? Положил ее? Угу.
Давай, брат. Ну что, целовать нежно хотел? Да пошел ты. Спасибо, дядя Гриш. Давай. Все, давайте. Все, пока. Счастливо. Давайте. Берегите себя. Ты там это, особо не лихач на дорогах. Я ж Шумахер. Забыл, что ли? Шумахер. Выдохни, Бонус. Ты дома снова. Так что стоишь, будто в браслеты закован? Можешь вернуться к привычным раскладам. Тебя все устраивало. Что ж теперь надо? Видимо, в груди образовалась помеха. А я предлагал тебе сразу уехать. Копыта убери. Сядь. Вань, сядь. Как лошадь тебе надо уговаривать? Чего не поел? Да что-то не лезет. Ехать надо к ней, Вань. Вот, возьми, купи билет, давай без этих приключений. Положи на телефон, матери позвони, она волнуется. Бать, да это как-то неудобно. Неудобно спать на абажуре, Вань. Бери. И вот еще чего. В Москве позвони, вот мой друг, вот телефон. Сможет, поможет. Чилим. Че, татарин, что ли? Сам ты татарин. Человек. Ехай, Вань. Ехай. Спасибо, Вань. Сонь! Санюх! Сонь! Да. Алло. Это кто? А это кто? Это отец этой девушки. А, Владимир Вадимович. Здрасте, это Денис, это водитель Курта Владимировича. Да не, вы не переживайте, Санюха, она со мной, да. Ну... Да она спит просто, и она взяла. А вы где? Мы это вот в Москве, мы-то подъезжаем к Москве. Ну и она сейчас рано вот просыпается, я сразу ее домой везу. Нет. Ну в смысле к вам домой. Давай в офис. Понял. Сонь, Соня, Сонь, Саню. Ты меня вообще слышишь, Сонь? Блин. Сонь, тебе папаня звонил! Соня! И что он хотел? Яйца мне отрезать, похоже, он хочет.